Отдай! Ты испортишь мой доклад! Ты сначала догони меня! Стой! Ты что делаешь? Мия, лови! О, а может выбросить в окно этот самолетик? Нет, стой, не надо! О, смотри, как полетел! Мой доклад! Мой доклад! Давай, беги, беги, Форест! Отдай, это мое! Ну вот, испортили! Что это? Мой доклад. Без него я не получу премию ученик года. Странные у тебя друзья. Друзья? Из-за них моя школьная жизнь сплошной ужас. Твоему докладу уже ничего не поможет. Я не знаю, что тут может помочь. Только чудо. И времени меня не хватит, чтобы новый написать. А что, если я тебе помогу? Ну, я думаю, если постараться, вдвоем успеем. Вот и отлично, не будем терять времени. Меня, кстати, Сава зовут. Сьюзи. О, смотри, ботан себе подружку нашел. Сава, оказывается, с тобой даже кто-то дружит? Что вам надо? Вы так испортили мой доклад. О, серьезно? Прости, Сава, мы нечаянно. А ты кто такая? Я тебя тут раньше не видела. Тебе какая разница? Ого, ты посмотри, какая дерзкая. Алло, да, мам, ну как это не покушал? Я не хочу. Ай, все, понял, иду. Это там, мне идти надо, срочные дела. Так, ну вроде бы все готово. Спасибо большое, без тебя бы я не успел. Да не за что, обращайся. А где ты живешь? Может, я тебя проведу? Ай, да не стоит, я тут недалеко живу. Ну как хочешь, еще увидимся. Обязательно. Подпишите тут. И тогда мы сможем ее удочерить? Готово. Ну, и где она? Привет, Сьюзи. Давай знакомиться. Мы твои новые родители, Кевин и Рози. Супер! У меня теперь будет дом! Ну вот мы и дома. Беги, осматривайся. Я так счастлива, что мы наконец-то ее удочерили. Да, мы теперь родители. Хоть и приемные, но родители... Эх, торт для моих новых любимых родителей. Мам, пап, можно ведь вас так теперь называть? Конечно, можно. Ой, не могу поверить. Я для вас кое-что приготовила. Торт. Вот эта дочка молодец. Спасибо, пап. Сама сделала такой огромный торт. А ты случайно не волшебница? Нет. Ой, какой большой паук! Спокойно, я разберусь. Все, паука больше нет. Как и моего торта. Сьюзи, не расстраивайся так сильно. Да, все равно он был не очень вкусный. Что? Я хотел подбодрить. Молодец, подбодрил. Да что? Сьюзи, можно войти? Да, конечно, мам, проходи. Ну как ты? Все отлично? Да, мне все нравится. Супер! Хотела сказать тебе, что мы с папой нашли школу, поэтому завтра ты идешь в новую школу. Это же отличная новость! Нужно готовиться к первому дню! Я так ей горжусь! Слушай, может, сделаем ей подарок? Давай, а какой? Ну, у нее телефона нет нормального. Может, подарим ей новый айфон? Вот кто бы мне подарил?
Сьюзи, привет! А ты что тут делаешь? Привет, Сава! Я теперь учусь в этой школе, в твоем классе. О, круто! Теперь у меня появится друг в школе. О, я не поняла, а что она делает в нашем классе? Тебя забыла спросить. Я смотрю, кто-то тут борзый. Алекс, Мия, успокойтесь. Отойди, ботан. Доброе утро! Ну что, успели познакомиться с новенькой? Папа? Мистер Кевин, твой папа? Ой, слушай, я, наверное, не права была. Мы же не знали, что он твой папа. Садитесь, начинаем урок. А почему ты не говорила, что учитель Кевин твой папа? Я сама не знала. Как это не знала? То, что он твой папа или что он учитель в нашей школе? Я не знала, что он учитель в нашей школе. Не понимаю, как это ты могла не знать, кем работает твой папа? Короче, понимаешь, Кевин и Рози меня удочерили, и я мало что о них знаю. А, ну теперь понятно. Сьюзи, а можно мы с тобой сядем? Я тебе печенье принесла. Надеюсь, ты такое любишь? Спасибо, но не надо было. Да, мне не сложно. Лучше всего в доме убирать под хорошую музыку. Мам, пап, я дома! Привет, мам! Ой! Ой, Сьюзи, ты как тут оказалась? Я тебя не заметила. Ой, как больно. По-моему, будет синяк. Привет. Прости, что опоздал. Книгу не мог найти. Да ничего страшного. Ой, а что это у тебя на лице? Синяк? Да нет, не обращай внимания. Это кто сделал? Алекс? Мия? Да нет, Сава, я сама упала. Сава, привет. Сьюзи, как ты? Мам, да нормально все, не переживай. Ты меня еще раз прости, я честно, нечаянно. Мам. Все, ладно, ухожу. Так это тебя мама так ударила? Да никто меня не ударил, это получилось случайно. Знаешь, я где-то читал, что приемные родители перестают любить своих детей со временем. Чего, Сава, что ты такое говоришь? Где ты такое прочитал? В ТикТоке видел. Ну да, в ТикТоке всегда умные вещи говорят. Не всегда, но бывает. Все, Сава, перестань, давай домашку делать. Рози, любовь всей моей жизни, ты почему такая грустная? Я плохая мама. Ты что такое говоришь? Что случилось? Я нечаянно шваброй ударила Сьюзи, теперь у нее синяк на лице. Ну ты же не специально, бывает. Как думаешь, она меня простит? Ну конечно простит. Знаешь что, пойду приготовлю ей что-нибудь вкусненькое. Круто все-таки, что ты теперь с нами учишься. Вдвоем домашку делать веселее. Тук-тук-тук, можно? А я вам тут печеньки испекла. Вы, наверное, проголодались? Спасибо, да, проголодались. Чтобы хорошо учиться, нужно хорошо кушать. Налетайте. Не буду мешать. Очень вкусное печенье. Ага. Сьюзи, а что это у тебя? Что? Я даже не знаю, как сказать. Посмотри в зеркало. Ужас, что это? Не знаю, оно как-то в моменте появилось. А ну, дай печенье. Орехи, блин. Сьюзи, доченька, что с тобой? Я у тебя хотела спросить, зачем ты это сделала? Я не поняла, я ничего не делала. Это все твое печенье.
Да вроде нормальное печенье. Оно с орехами, а у меня аллергия на орехи, вы разве не знаете? Сьюзи, прости, я не знала, честно. Ну а как же, вам об этом никто и не говорил. Сьюзи, она меня теперь точно не любит. Ну кто знал об этой аллергии? Я? И ты мне не сказал? Да я забыл, как-то из головы вылетело. Мозги у тебя из головы вылетели. О, вот он! Ребята, пожалуйста! Да успокойся, мы к тебе по делу. Слушай, ты же дружишь со Сьюзи? Да. Ты не мог бы за нас пару словечек замолвить? Она же дочка учителя Кевина. Мне нужно оценку по истории исправить. Да, и мне. А то родители накажут. Но я даже не знаю, как это сделать. Ну, пожалуйста, помоги нам. А мы обещаем, что не будем тебя больше трогать. И защищать от всех будем. Ну ладно, попробую что-нибудь сделать. Привет, Сьюзи. Привет, отлично выглядишь. Еще бы, я вчера целую пачку таблеток от аллергии выпила. Да, ситуация не из приятных. В общем, я тут всю ночь думала, и может ты все-таки прав. Ну я много в чем прав, что ты имеешь в виду? Что родители меня не любят. А, ты об этом? Да не переживай, я сам не знаю, зачем это сказал. И вообще, верить всему, что пишут в ТикТоке. Ну а как еще это объяснить? Это просто случайность, не бери в голову, такое бывает. Пошли на урок. А сейчас все самое интересное, фотки. Тут Сьюзи перевернула на себя мусорное ведро. Ой, какой стыд. А тут Сьюзи убегает от пчел. А вот пчела ее догнала и ужалила прямо в щеку. Ну все, теперь все будут надо мной смеяться. Вот такая у нас дружная семья. Тут правда, я подтверждаю, семья у нас дружная. Ага, прям очень. Вы вообще говорили, что сегодня родительский день? Учитель Кевин, мои родители уехали аж на целую неделю. Конечно, говорили, просто они на работе. Да, и мои тоже. Ну ладно. Все, урок закончен. Мам, что это было? Доченька, ты о чем? Ты зачем всем фотки показала? А что, по-моему, весело было. Ага, тебе весело. Теперь надо мной весь класс будет смеяться. Сьюзи, мне кажется, ты преувеличиваешь. Никто над тобой смеяться не будет. Ага, особенно с фотографии, где я в мусорке валяюсь. И вообще это ты виноват. Кто чай на пол разлил? Сьюзи, ну я же извинился за тот раз. И что, если извинился, тогда можно рассказывать и показывать? А пчелы? Это ты захотела меда? Сьюзи, ну прости, я не знала, что это нельзя никому показывать. А ты в последнее время ничего не знаешь. Ну что я не так делаю? Сьюзи, может хватит уже? Нет, не хватит. А ты чего такая злая? Из-за мамы, ты понимаешь, она это все специально делает. Что она сделала? Все мои фотки показала, чтобы надо мной все смеялись. А по-моему, очень забавные фотографии. И все смеялись не с тебя, а со смешной ситуации. Да ты что, не понимаешь? Они специально это сделали, удочерили меня, чтобы поиздеваться. Конечно, я же не родная дочь. По-моему, ты слишком преувеличиваешь. Ты что, привет? Ну конечно, зови ее. Сьюзи, доченька, иди к нам. Чего звали? А у нас для тебя подарок есть. Какой? Вот, смотри. Это что, новый айфон? Я вас люблю. Открывай скорее. А это что? Как-то не похоже на айфон. Ой, блин. Да, купил новенький. Все, скоро буду дома.
iPhone, а мне это старье. Кевин, и как это понимать? Сьюзи, это случайно получилось. Ага, у вас все всегда случайно. Кевин, ты что, вообще уже? Да блин, я случайно телефоны перепутал. Как можно перепутать это и это? Ну я что думаешь, хожу в очках для красоты? Ну ты... Итак, сегодня пишем тест по математике. Блин, я же совсем не готовилась. Сава, по-братски дашь списать? Дам, дам. Что же делать? О, идея! Можно воды, пожалуйста? Срочно! Воды сейчас. Алло, мам, нужна помощь. Ага, поняла. Сейчас все сделаем. Давай, это наш шанс все исправить. Хорошая работа! Ну, как тест? И как это понимать? Да я бы не подготовлена и лучше бы написала! Ну прости, я учитель истории, а не математики. Ни о чем нельзя вас попросить! Сьюзи, Кевин попросит у Олега Леонидовича исправить оценку, правда? Конечно, я думаю, он меня поймет. Не надо никого просить, я сама все сделаю, вы и так уже помогли. Ну почему всегда так? Хочешь как лучше, а получается все наоборот. Да, родителям и быть сложно. Надо срочно что-то делать. Все, они меня не любят, это точно. Ты опять начинаешь? Ну а что, они все делают назло. А может они не специально это делают? Ну да, каждый раз случайно, я это уже слышала. Пойми, они стали родителями совсем недавно. Им, наверное, тоже тяжело. Что тяжелого в том, чтобы быть родителем, удовлетворять потребности ребенка и все. Ну если бы все так просто было. Я из-за них только нервничаю, никаких позитивных эмоций. Ну дай им еще время, они научатся. Чему научиться? Любить меня? Сава, да как ты не понимаешь? Они все это делают специально, а потом сидят и смеются надо мной. По-твоему, взрослые люди, учитель школы удочерил ребенка, чтобы издеваться и смеяться над ним? Ну да. Ты, конечно, прости меня, но больше глупостей я не слышал. Блин, серьезно. Что я только что сказала? Наверное, это все из-за эмоций. Надо успокоиться. Вот правильно, успокойся и дай им еще один шанс. Ладно, попробую так сделать. Ну что, ты говорил с ней? О чем? О том, что мы тебя просили. Конечно, поговорил. Она сказала, что все сделает. О, хорошая оценка уже в кармане. Молодец, Сава, я всегда знал, что ты хороший парень. Ты ножницы взял? Да взял, я взял. Только аккуратно вырезай, чтобы не испортить фотографию. Что это они там делают? Вырезают меня из семейной фотографии? Ну все, они меня точно не любят. Все, готово, пошли. Алло, все, Сава, я собираю вещи. Что уже в этот раз случилось? Я видела, как они меня вырезали из семейной фотографии. Я им больше не нужна. Да, тут я даже не знаю, что ей сказать. Ай, не надо ничего говорить. Я ухожу обратно в детский дом. Будешь к нам в гости приходить? Конечно, буду. До встречи, Сава. Сьюзи, можно войти? А у нас для тебя сюрприз. Мы тебя очень любим. Прости нас. Да, может мы делаем что-то неправильно, но мы исправимся, честно. Нам пока что тяжело быть родителями, и не всегда получается, но мы тебя любим. Да, и вот еще один подарок. Мам, пап, я вас тоже люблю, вы самые лучшие. А зачем ты вещи собираешь? Ай, да неважно.